Двухлетнюю девочку, которую вчера положили в токсикологию Кишинева с подозрением на отравление крысиным ядом, выписали. Вторую девочку, 4 лет, выпишут завтра. Об этом ТСВ сообщил пресс-секретарь Центра матери и ребенка в Кишиневе. 10 числа текущего года в институте матери и ребенка поступили две девочки, 2 и 4 лет, на подозрение в отравлении мышиным ядом. Они были проконсультированы и переведены в отделение токсикологии, где им была предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Они стали под капельницей. В принципе, их состояние на сегодня улучшилось, и их перевели сегодня в отделение гастрологии. В связи с тем, что все анализы были хорошие, одну из девочек двухлетнюю сегодня после обеда выписывают домой. Девочку 4-летнюю уже выпишут завтра. Чем конкретно отравились дети? Был ли это крысиный яд? Врачи в Кишиневе сказать не могут. Для этого нужны дополнительные лабораторные анализы, которые не предусмотрены протоколом оказанной помощи, сообщил пресс-секретарь Центра матери и ребенка.